Ребята, давайте поиграем. Значит, на пляже покатаемся на супербайке. Угу. Супербайк наш. Опа, разбились, ничего страшного, мы сейчас повторим. Повторим, еще раз проедем. Так, супербайк. Сейчас побьем рекордик. Где я там стукнулся-то, я не помню. А, вот в этом месте. Да-да-да-да-да-да. Ничего страшного. Угу. Очень мощный байк. Я его не сильно и прокачивал. Так что он без особой прокачки довольно-таки мощный и быстрый. Транспорт у нас быстро ездит. Такс, аккуратно. Вот, давайте с вами монеточки соберем. 111 тысяч у нас. Опа, нифига, я разбился. Еще раз, давай повтор. А давай на этой тачке поедем, на суперкаре. Я не помню, ездил на суперкаре здесь или нет. Ездил, 1000 метров мы проезжали здесь. Хорошо. Можно еще раз проехать. Так, аккуратно. О, мы пропустили бензин, но я думаю, мы до следующего доедем. А вот и следующий. Хорошо, что бензинчик они часто размещают везде. И можно их набрать. О, давай, поднажми немножко. Все хорошо. Да, тачка прикольная. Только мне не нравится, что голова открыта, да? У моего водителя. Персонажа. И можно легко башкой где-нибудь стукнуться. Так. Сколько-то... О, ребята, мы сейчас рекорд будем бить. Мы сейчас побьем рекорд. Вот, отлично. Давай. Так, не можешь, да, подняться? Ладно. Давай мы теперь сделаем разгончик. Такс. Так, пока нормально едем. Так, здесь нам нужно разгоняться. Алло. Так, вот и бензинчик. Замечательно, спасибо. Да, тачка классная, только что открытый верх меня смущает. А так вполне неплохая машинка. Так, аккуратненько едем. Так, домики пошли. Опа! Все. Успеваем мы ехать до бензинчика. Вот у нас есть канистрочка. Так. Давай. Все, едем. Ох ты! Домики вонючие. Так. Блин, у нас бензин заканчивается. Быстрее, за бензином, алло. Нет. Что там, 2 миллиметра оставалось, не доехал. Не доехал, ладно. Ну а мы, ребята, продолжаем играть. Hill Climb Racing. И давай посмотрим, внешний вид поменяем. А, подожди, вот так сделаем. Оп, раз, два, три. Нет, фигня какая-то. Так, давай сделаем... Вот этого чувака. А шляпу давай очки ему дадим. Штаны поменяем на какие-нибудь вот такие. И все. Поехали. А, берем такую машинку, Биллу. Ага. Все, здесь поехали у нас. Мы здесь ни разу не... Ну, короче, открыли карту. И не на всех машинках еще успели проездить. Ну, вот. Будем сейчас проезжать.
Смотрите, кто какая машинка тебе проедет, сколько. По возможности будем собирать монетки. То у нас 7000. Может, какую-нибудь машинку мы прокачаем, которая будет тупить и плохо ехать. Мы прокачаем двигатель, скорее всего, у машинки. Так что это самая эффективная прокачка именно двигателя. Стоят у нас монетки. То бишь мы при помощи монеток ускоряемся. Ну, не сильно. Ну, вроде бы, да, монетные ускорители стоят. Так, главное не перегнуться нам. Аккуратненько, максимально проехать. 1002. Два километра будем стараться на каждой машинке проехать. Это как минимум. Как максимум. 10000. Не знаю, больше не получится. По деньгам у нас практически 8000. Да, 7900. Вот, 8000 есть. За время в воздухе, когда мы находимся, нам еще начисляются небольшие монетки. Так, аккуратно. Так, давай назад немножко сдадим, потому что мы на эту горку. А, сразу ее не возьмем. Так, ну что ж. Километр проехали. Здорово. Осталось проехать еще. Еще один километр. Это минимум, чтобы был на этой машинке. Хотя машинка у меня достаточно-таки быстрая. Она у меня самая первая. Она более-менее прокачанная. Да. Ездил я на ней в начале игрушки. Месяца три назад. Очень усердно, очень много. Ох ты, чуть не перевернулись. Поэтому машинка прокачанная. Я должен много проехать на ней. Потому что на других машинках я не думаю, что проеду много. О, смотри, скорость потеряли мы. И как тяжело было сюда заехать. Здесь опасные вот эти вот ямы подводные. Так, вот и бензинчик наш. А здесь двойная такая горка. Ускоряемся. Забираемся на вершину. Еще одна вершина. И у нас практически, ребята, уже есть 2 километра. Давай, 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 давай. Вот здесь тоже опасно. Вот здесь сложно вот это вот. Подъем здесь. Надо заехать. Вот. Если мы сюда заехали, это прям уже отлично. Так, бензин опять, посмотри, заканчивается. Ёлки-палки. Thank you. Взяли, 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 взяли бензин. 2 километра проехали, это минимум. Ах, разбился. О, господи, 2 километра всего лишь проехали. Да как так? Давай меняем машинку на скутер. На скутере поедем. Едем. Опа. Так, 1600... ну почти что 2 километра мы на скутере. Ну, на этой красной машинке мало проехал. 2 километра это мало. Потому что на каком-то скутере, не особо прокачанном, я столько много проезжаю. Это о чем-то и говорит. Оп, перепрыгнули. Хорошо. Да, прокачивал я скутер, помню. Угу. Достаточно-таки. Много денег я на него тратил. Вот если он первый скутер, девчонка аж там прыгает, вся бедолашка. А на прокачанном мужичок сидит. И хоть бы что ему было бы. Абсолютно по барабану. Все эти тряски, скачки, прыжки. Опа, опасно было. Все-таки. Ох, ты куда вывалился, чувак? Вывалился куда-то. Давай возьмем автобус. На автобусе тоже здесь первый раз. Ой-ой-ой. Все, валивается, валивается.
только проедем на автобусе, интересно. Аккуратненько, не спеша. Нам важны каждые вот эти вот все звездочки. И мы откроем новую трассу. Чтобы эту трассу открыть. Если 2000, а у нас машинок 10, это 20 тысяч. Ну да, как раз хватит. Еще 50 тысяч надо будет, правда, звездочек. Ну, я вообще не знаю. Очень сложно сделали с открытием этих трасс. Эти звезды сделали. Были раньше. Что просто покупаешь, они как бы недорого стоили. А сейчас 800 тысяч стоит купить новую трассу, представляешь? Да, 800 тысяч. Лучше эти 800 тысяч я потрачу на прокачку какого-нибудь автомобиля. Ну, приходится как бы так. Ну, вот не страшно эти трассы. Можно на любой трассе просто поехать, покататься с помощью командных событий, как бы это, если хочешь, там, какая-то там трасса не открыл, ты можешь покататься не просто и легко, выбрать ее в режиме испытания и поиграть. Мы уже километр, мы проехали на автобусе нашем. Оп, главное, чтобы он у нас не развалился. Ехал нормально. Так, ой, хорошо. Перепрыгнули. Так, лодка еще двигается. Я не знал, что он двигается. Думал, ну, просто как антураж. Нет, он. Лодка еще может перевернуться. Ага. Кабина сломалась у нас. Теперь едем с открытым верхом. Ну, а что, жарко на улице. Поэтому... Так, один уже отвалился, чувак. Второй! Третий! А чё вы все попадали так одновременно практически? Значит, скоро у нас автобус будет ломаться. Ага! Отломался. Теперь на одном колесе будем ехать. Ну, какой-то он неустойчивый стал. И сломал голову себе. Разбился. Это еще что такое? Застойное болото.